Получив сообщение от скорой помощи о случившемся дорожно-транспортном происшествии, наличии пострадавших, наша бригада в 6 утра выехала, через 8-9 минут была уже на месте. Одна из женщин, молодая, 30 лет, находилась в более тяжелом состоянии, ей была оказана на месте необходимая помощь, и она была госпитализирована в первой советской больнице. Помощь была оказана на месте, достаточно квалифицированно, быстро. И достаточно быстро пострадавшая была доставлена в специализированное отделение.